Всем привет, друзья, с вами Джесс, и мы продолжаем дальше проходить игру Inside. Это уже седьмая серия, и мы остановились на том моменте, где мы не смогли дальше проплыть, потому что просто-напросто нас хватает та самая девочка, которая была еще в предыдущих сериях, и вот-вот-вот-вот, снова она нас поймала. Большое спасибо человеку, который написал в предыдущем ролике, в комментариях под тем роликом, совет, как мне пройти данный уровень. Сейчас попробуем это сделать. Ну, смотрите, проблема заключается в том, что когда я делаю вот, да, делаю вот так и хватаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй! Нет, я запутался немножко. Да, у меня получилось, друзья. Смотрите, теперь я должен что сделать? Я должен ее приманить сюда, но я должен быть очень осторожным. Ты даже выделил это жирным таким текстом. Спасибо тебе большое за подсказочку. Спасибо вам всем, ребятки, большое за то, что вы ставите лайки, пишите свои комментарии и то, что вам нравится прохождение вот этой игры. Мне очень приятно то, что вам понравилась эта игра, и вы ее смотрите. И хотите, чтобы я прошел до конца? Мне очень приятно, ребят. Смотрите. Опа, видели? Почти нас не поймала. Почти нас поймала. В общем, мы ее приманили на эту точку и теперь должны быстренько в правую сторону. Смотрите, отцепляемся. Вот так вот. И здесь мы должны сейчас быстренько плыть, ребятушки. Мы должны активировать кнопочку, чтобы дверь захлопнулась. Я не помню, какая кнопка, но... То ли это А, то ли это... В общем, да. Да, у меня это получилось. Замечательно, спасибо тебе большое, братан, за помощь, за подсказку. Спасибо за очень приятный и такой жесткий, серьезный, помощный комментарий. Помощный, вообще такие есть комментарии? Помощные. Я рад, что мы проходим дальше. Я этот момент немножко разобрал с вашей помощью. Мне очень приятно, спасибо, ребятушки. Теперь тут раскачиваемся как на тарзанке. Еще немножко. Ачивки выполнять очень тяжело, ребят, потому что скрытых мест очень много и... Найти их очень тяжело. Но я буду стараться искать. Мне писали, что можно посмотреть там всякие гайдики, там в воркшопе где-то посмотреть какие-то подсказки. Но нет, ребят, я этого делать не хочу. Спасибо, но буду стараться сам искать. Я некоторые нашел, некоторые не нашел. И будем стараться как-то находить это все дело самому. Так, мне что нужно сделать? Мне нужно оттолкнуть, да? Как будто заходим в какой-то сейф большой, знаете. Неужели она опять? Черт тебя дери, опять эта девочка? Так... Хорошо, очередная головоломка, я так понимаю, да? Да тут вся игра головоломка. Но игра классная, вот с этим не поспоришь. Вот здесь где-то есть тоже вроде пасхалка, потому что вот тут люк вроде и нет. Тихо. Так, хорошо. Вроде мы ее сюда приманили. Так, это у нас получилось, но я не активировал кнопку, ну да и ладно, в принципе, я должен сейчас что-то, может, надо быть очень внимательным, как мне писали вы, потому что некоторые моменты упускаю просто-напросто из вида, это плохо. Нет, здесь ничего нету, да, хорошо, я понял это, так что можешь меня ловить смело, да. Стоп, смотрите, можно проплыть было влево, потому что там есть небольшой свет, хотя сейчас у меня в комнате и темно, и... Я все-таки вижу этот небольшой свет, точно. Я сейчас попробую так и сделать. Давай. Есть! Есть, ребятушки, я чувствую. Чувствую, что здесь где-то ачивка. Да, вот этот кубик, который мы сломаем. Есть. Ачивка, защита, она, конечно, не показывается здесь, к сожалению, но... Ой! Куда-то мы опять выпали. Это вообще хорошо? Так, мне нужно опять подняться, потому что... Это фигово. А вот и как раз и тросик у нас тут есть, да? Могу по тебе залезть? Спасибо. Вот и хорошо. То есть мы, получается, ее приманили очень далеко, аж сюда. Это тоже небольшой нам плюс. И мы выполнили ачивку. Так что, если что, будете знать, где находятся ачивки. Это, конечно, не моя цель показать, где какие-то скрытые места, но все-таки теперь мы будем знать, что здесь она есть, и я выполню плюс одно. Да, внизу там, кстати, небольшой был проход, но я этого просто не вижу, потому что у меня яркость на мониторе не самая яркая, и поэтому мне немножко не видно. Ну, просто, знаете, для глаз очень ярко, я поставил поменьше, и поэтому я некоторые моменты не вижу. Вот она, собственно, здесь заспаунилась.
Может, это и была какая-то подсказка, что у нас слева, значит, там как-то можно проплыть и... Ну, окей. Ладно, активируем кнопку, в принципе. Ой, надо было влево. Черт. Пока. Фак. Быстро, чтобы она осталась там. Замечательно, ребятки, у нас это получилось. Фух, хорошо, хорошо, это очень хорошо. Мне пока что все нравится. Так, у нас тут какой-то есть проплыв, но... Воздуха, нам не хватило воздуха, черт. Такое бывает. Да. Замечательно. Так, что-то там снизу у нас есть, хотя здесь мы не проплывем, так что по-любому надо вниз, но... Сначала нужно немножко подышать. Окей, опять вниз, давайте. Здесь теперь, может быть... Нет, наверное, здесь тоже не будет пасхалки, это слишком быстро. А вот сюда, если спуститься, то, возможно, какие-то блоки, может, мы можем сдвинуть. Но, скорее всего... А, нет, я сейчас опять задохнусь, потому что воздух... Воздух, да-да-да. Фух, я чудом спасся, ладно. Может быть, что-нибудь справа есть? Нет, тоже ничего, только стена. Тогда наверх давайте, или все-таки рискнем, посмотрим, что внизу, но боюсь, что задохнусь. Ну ладно, если ты взялся, то тогда уже полезли наверх. Интересно, тени будут на стене отображаться? Да, замечательно. Черт. What the fuck? What the fuck? Какого черта? Это вообще не по плану, так не должно было быть. Я могу не сопротивляться, я так понимаю, да, то есть, или... Почему она нас хочет убить? Зачем? То есть, блин, напишите свои предположения, пожалуйста, в комментариях под этим роликом. Почему эта девочка, вроде хорошая девочка, вроде такая с красивыми волосами, большими, длинными такими, да? Она нас хочет убить, и она нас убивает. Она типа считает нас как... Или хочет как парня себе, потому что, ну, смотрите, она нас вроде забрала к себе. Так темно, что я вообще ничего не вижу, вообще пипец. Надеюсь, вам хоть что-то видно. Дайте немножко света. Света, пожалуйста, дайте. Так, это свеча под водой или что это? Ну, кто-нибудь, яркость, свет включи. А, она с фонариком, смотрите. Она нам желает, как я понимаю, добра. То есть она нас забирает и что-то прицепила к нам, какой-то огонечек, и мы теперь вообще ничего не видим. И погружаемся все глубже и глубже. Это чтобы мы не заблудились, или это кислород такой, аля? Интересно, попали в рыболовные сети или просто в социальные сети? Но нет, смотрите, мы отключились, как будто вспоминает сразу игра про розеток. Помните, там была такая игра? Розетки, типа, там какая-то такая наркоманская немножко игра, непонятная. И что? Рыбки такие, типа, о, господи, человек, смотрите, боже мой, упал там человек, да господи, что с ним делать? Мой, твой, господи, все-все-все прям стягиваются, знаете, прям как что-то такое... произошло, и типа, господи, я с ним селфи хочу сделать, вызывайте скорую. Мы же рыбы, черт побери, у нас одна половина человечья, вторая половина, ну, рыбы, и такие, о, как медленно, прям, знаете, так сразу вспоминается, первая нога человека там ступила на Луну, и это человек, это справа, вот я заметил сразу, справа что-то... Что ты? Э? Я так и не понял, кто ты, но... У нас... Мы его можем взять? Нет, я с ним взаимодействовать не могу. Я могу плавать под водой, потому что у меня, наверное, есть какая-то способность рыбки теперь. Что? Выросли плавники и жабры. Там стена? Сейчас носом упнусь. Да, окей, стена. Тоже стена, хорошо. Вау, ни хрена себе, господи, вы посмотрите на эти обалденски красивые пейзажи. А, пейзажи, обалдеть, красиво, свет такой классно очень сделан, супер. Люди, один, да, компьютер, кстати, который, или это что там, книги, как будто, просто везде встречаются, в каких-то играх, в халве тоже компьютеры, что-то такое. Там, оу, нифига себе. Смотрите, это же... What the fuck? Это пасхалка? Это что такое? А, это ничего, да? А там был, кстати, человек, вроде как. Похоже на человека. Возможно, это уже тоже зомби, но...
Водяной только зомби, это как водоросли, только зомби-водоросли. Блин, вообще такой наркомании, кажется, еще никто не придумал. Водоросли-зомби, водяные зомби, зомби-водоросли. Это, знаете, я сразу этот момент копирайчу, потому что, возможно, кто-то... Три, запоминаем. Возможно, типа, скоро снимут какой-то фильм про такую хрень, типа, знаете, такой... А я же инноватор, я придумал эту тему, я придумал эту тему. А зачем они заплывают рыбки, не понимаю. Представляете, сколько рыбок? Было бы золотые рыбки, сколько бы у меня было бы желаний бы, ну. Круто, да? Так, я не понимаю, что тут... Тут вроде и свет откуда пробивается, с другой стороны, не могу туда даже пальцы засунуть, потому что... Ну, зато я могу плавать, и тогда просто вниз спускаемся. Просто... Просто плаваем, наслаждаемся картинкой, которую, кстати, мы видим на своем экране. Довольно-таки неплохую картинку мы видим на своих, не знаю, на чем там, экрана, телефонов, компьютеров. Какой-то, я не пойду туда, я хочу ачивку. Я хочу еще хотя бы одну ачивку найти. Какие-то провод... Господи, я... Не знаю, я вроде слежу за сюжетом, но вот... Я теперь понимаю, почему в некоторых играх есть записки, и они раскрывают как-то сюжет, пытаются раскрыть сюжет. А я такой, типа, я не хочу читать, не буду, или мне просто лень-напросто. А это, походу, ачивка. Вот, а здесь я такой, хочу сюжет и понять о чем, но записок нет, и нам никто не повествует ничего. Нет, тут вроде все очень-очень старое такое, знаете, и... Нет, даже... Я ничего взять не могу, ладно. Тогда, наверное, надо все-таки подниматься наверх и... Может быть, что-то слева будет? Ну-ка, что-нибудь... Неожиданно? Нет, не будет ничего, ладно. Там шаттл, кстати, похоже это на шаттл. Или на... Я не знаю, как эту штуку назвать, которая... Подводный корабль. Окей, подводный красный круг. А вот слева я вижу какую-то дверь, как будто... Смотрите, ребятушки, она попала в мое поле зрения, я такой, типа... А не попробовать ли мне... Ой, что-то же я сделал. Ой. Ачивка. Я чувствую, сейчас будет ачивочка, ребятушки. Ну, возможно. Да, возможно, нет, кто его знает. Ну, давайте светящиеся огоньки, попадитесь мне, пожалуйста. Огонечки светящиеся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Красиво. Да, вот здесь должно. Ну-ну-ну. Черт, нет. Да, ребята, еще одна ачивка. Две ачивки за серию, это очень здорово. Реально, я стал более внимательным, смотрите. Вау, круто, круто. Еще одна ачивочка, великолепно. Теперь обратно. Все, теперь можно заплывать сюда. Надеюсь, нас тут не разрежут, хотя будет очень интересно, если нас даже тут порежут. Ну что, поплыли? Сейчас закроется. А нет, смотрите, нам повезло. А ну-ка, рычаги. Ну-ка, ну-ка, тянем. Я не знаю, как он, конечно, в воде... Ой, зря это сделал, да? Ой, господи, тут тела, господи, фу. Ребята, если кто-то есть, приятного аппетита. Не шутка, кстати. Серьезно. Мне телефон зарядился, спасибо. Большой, братан. Ты немножко не вовремя. Господи, там органы чьи-то полет... Ну, уже органы. Потому что было одно целое... Сейчас уже все. Так, я хотел бы еще посмотреть, что там внизу, но это опасно. Вот вправо хочу залезть, но, возможно, меня там разрежут. Слышите звук? Значит, уже работают вентиляторы. Так, вниз. Ну-ка. Мне очень интересно все-таки туда, направо забраться. Нас точно затянет вентилятор, я очень этого боюсь. Как еще ноги не раздребило, видали? Как оно близко, пипец. Давай, 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 давай. Мне интересно, что же будет дальше? Может, нас не затянет? Это как будто какой-то корабль. Я-я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 . Черт. Фак. Фак. Знаете, ребят, честно, немножко даже разочаровался в том, что когда я снял первые ролики, до, включительно до серии 5, да? И я такой, типа, блин, наверное, вот, ну, не понравились, не понравилась эта игра, как-то она не зашла вам. И я такой, ну,
зря старался, зря сделал столько надежд в нее, вот то, что вот, типа, да, людям понравится что-то новенькое, мне плюс игра очень сильно понравилась, и как-то контент на канале я разбавлю, но оказалось, как-то не очень понравилось, хотя потом спустя время оказалось, что все-таки вам она понравилась по отзывам, по комментариям, по пальцам вверх, так что, ребят, для меня очень важна ваша активность, и будьте, пожалуйста, активны, пишите комментарии, ставьте лайки, и если вы хотите каких-то новых игр, пишите название их, я буду обязательно их снимать, у меня есть планы по поводу новых игр, которые я хотел бы пройти, включая мои любимые игры. Я хотел бы поделиться с этими играми с вами и пройти их в каком-то смешном формате, там, например, просто в разговорном формате, например. И вот просто поддержите меня, если вы хотите этого, например, да. Или можете зайти в мою группу ВКонтакте, есть ссылка под роликом этим, небольшая рекламка своих групп, да, одной группы, и проголосовать за то, что вы хотите. То есть там будет голосование на какую-то, например, игрульку, да, и вы голосуете, какую вы игру хотите, чтобы я прошел. Так. Надеюсь, я правильно все сделал, нет? Я просто не знаю, надо было, может, в другую сторону крутить. Так. О, сейчас догонит не тот луч. Нет, надеюсь. Я совсем забыл про то, что они могут стрелять в нас всякими там копьями, штучками, там дрючками, вы понимаете, да? Это, конечно, немножко печально. Вот так вот, да? А, значит, нужно вправо крутить, я так понимаю, да? Давайте попробуем еще раз, потому что он немножко опускается. Возможно, мне просто нужно залезть на эту вот... Нет? Да как же ты в лестницу попал-то, черт тебя побери. Вот как, ребятки, мы должны проходить эту миссию. Мы должны крутить эту штучку и поднимать вот этот вот рычаг, дабы была тень и дабы нас не поймали и не застрелили. Понятненько. Тихо, под нее становимся. Тихо. О, фух, как же не повезло здесь. Все, замечательно, теперь у меня получилось. И теперь я сбегу отсюда. Да, я запрыгну на эту стойку, потом направо. А, окей, все, нас будет чуть бреги, нас не застрелят. Странно, конечно, что так долго здесь стоят эти враги, но да ладно, все-таки типа стиль Лимба, так что тут не надо, чтобы было что-то по-другому. Это будет вообще другая игра. Хорошо, что у нас получилось пройти эту миссию, этот уровень, эту задание. Прыгать вниз, я не уверен, что я попаду именно в ту дырку, но окей. Пытка, не пытка, попытка. Так, рыбки, тут как будто... Какой-то... Ладно, воздух. Опа, я, может, должен вынырнуть отсюда, нет? Угу. Так, хорошо, тогда просто в бочку обратно. И чё мне плыть на свет? Попробуем. Может быть, здесь есть какие-то рычаги, какие-то нет? Просто вот вниз хочу попробовать, может... А, просто дно, да? Ну окей, морское дно. Не успею, да? Или успею? Давай. Опа. А, может просто перепрыгнуть нужно мне вот здесь, смотрите, справа. А, и все, серьезно. Там, наверное, пасхалка, может, какая-то была ачивка, я не знаю, но... Да ладно, теперь мы это не узнаем точно. Бо, вы посмотрите, что это такое, господи, кошмар. Ой, я куда-то упал. Нормально? Что сейчас будет? Ребятушки, как бы печально не было, но этот ролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился, и вы поднимите большой палец вверх и оцените его по 10-бальной шкале. Напишите свои комментарии в комментариях и подпишитесь на мой канал, если вы еще до сих пор почему-то не подписаны. Надеюсь, вам нравится прохождение игры Inside. Она, кстати, очень крутая. Моя оценка вообще 10 из 10. Игра реально крутая. Вообще прям мне нравится. Советую каждому пройти. На этом все. Спасибо за уделенное время внимания. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, до новых встреч, до новых роликов. Короче, склеек, или как хотел сказать. Ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока.